нам пришло время перейти к нашей постоянной, самой замечательной рубрике, которую ценят многие люди во всех уголках нашей страны. Можно увертюру свернуть, перейти к первому действию. Хватит ворчать, ты очень мешаешь. Вообще, как вы знаете, мы в прошлой нашей с вами встрече объявили, что у нас появляется новая рубрика. Мы будем в прямом эфире зачитывать немногочисленные из многочисленных ваших писем, потому что если мы будем читать все письма, то эфира «Дождя» не хватит как такового, потому что читать придется более 25 часов в сутки, что само по себе, мне кажется, не очень возможно. Поэтому мы выбрали несколько писем, самых запоминающихся, и я думаю, что в дальнейшем мы разработаем, может быть, систему преференций тем, чьи письма попадают к нам в эфир. Сегодня мы выбрали три письма. Сейчас начнем с письма, которое пришло в черном конверте. Я не очень хорошо помню, что именно в нем было. А, нет. В этом, это письмо надо читать только в тот момент, когда появится наш брат Тимофей. Цензура, вообще, извини, пожалуйста. Нет, это оно адресовано Тимофею. Можно мне, пожалуйста? Нет, подожди. Письмо братьям Дедко от Марии Чебоксаровой. Это тоже надо читать в обществе Тимофея, я помню это письмо. Потрясающе интересно еще рассказывать. Письмо руководству... Руководству телеканала «Дождь». Такой скромненький конвертик. Довольно длинное послание. Можно руководству тезисно, телеканала «Дождь». Что? Тезисно. Я буду пропускать фрагмент. Руководству телеканала «Дождь». Уважаемое руководство телеканала «Дождь». Считаем необходимым донести до руководства телеканала «Дождь» следующую... А в каждой фразе повторяются слова руководства телеканала «Дождь». Добрый вечер, Тимофей. Здравствуйте, вы кто? Скажите, а вы научитесь не опаздывать? Да. Вообще-то в нашей семье... Ой, письмо было... какое-то. Подожди. В нашей семье всегда было известно, что самый дисциплинированный из нас трех братьев — это Тимофей. Вы можете делать, как будто мы знали. Привет, Россия! В эфире программа «Три Дедко». Белая рубашечка. Тише, немножко. Праздничная. Поехал. Понимаешь, у него есть некоторые фиксации. Цветочки тебе. Все. Милая, мы никуда не едем. Спокойствие. Сегодня я ехал не на полковнике. Можно сумку с тобой брать, некрасиво? ГРУ. А всего-навсего с протезистом, должен вам сказать. Да, ты протез? Третья рука, может быть. Не, оказалось, что он даже не врач. Он их техник. Производит протезы. Мы читали письма. Итак. Мы начали читать письма, которые пришли на телеканал «Дождь» нам с вами. С чего бы это вдруг? Так вот, первое письмо адресовано руководству телеканала «Дождь». Ты сейчас достаешь колбасу. Тише, дай мне прочитать уже. Выкладывай ты весь свой скарб. Но. Ему есть что выложить. Да, я слушаю. Да? Я сидишь со сломанным. Я убрал микрофон, символ, я молчу. Любви и верности. Да, итак, что за цветочки я хотел сказать? Руководство. А? Доносим что до вашего... цветочки? Ромашки. Все, ладно. Спокойствие, не кипятись. Просто у меня такое ощущение, что мы сейчас находимся на грани потери одного из ведущих этой программы. На грани потери вас, двух ведущих. Доносим до вашего сведения, что программа «Три Дедко» еженедельно будоражит сознание многомиллионного нашего Отечества, вызывая ярость и тревогу. Считаем необходимо донести до вашего сведения следующую, не вызывающую возражений, информацию, тревожащую сердца истинно русских людей, патриотов, в чем сердце бьется огонь правды, высокой нравственности и домашнего очага. Я тут пропускаю еще немножко. В программе «Три Дедко» от 1 июля 2010 года так называемые братья допустили неконструктивную критику в адрес нашего руководства и лично Путина Владимира Владимировича, а также Лужкова Юрия Михайловича. Отрекаюсь. Сообщалось, что в России еще существуют пытки и коррупция. Кое-кого они назвали земляным червяком. 6 раз было упомянуто слово «жопа». Отрекаюсь 6 раз. Вот это я помню. Разговор проходил в атмосфере хихиканья и нецелевого расходования беседы. Более того, они безоговорочно поддержали Ерофеева Самодурова, организаторов злой выставки. Мне нравится сочетание «злой выставки». К слову, завтра в 7 часов вечера будет митинг в поддержку Самодурова и Ерофеева. Где соберутся все самые злые люди этого города. Именно. Чтобы защитить этих людей. Мы считаем, что подобные дзитки порочат нашу культуру. Примите меры. Патриоты России. И дальше 251 подпись. Москва, Петербург, Воронеж и много других городов. Я надеюсь, что руководство телеканала тоже не смотрит нашу передачу, поэтому они не приняли никаких мер, но мы не могли не прочитать конструктивную критику в наш адрес. Тимофей, теперь, когда ты пришел, я перейду к следующему письму. Тебе подарили февроньки? В черном конверте. Кого? А это наши февроньки. Так называется. Февроньки. Февроньки. Дорогие братья Дедко, в прошлой передаче вы рассказали, что Тимофей не женат. Мне хотелось бы с ним познакомиться, но я не знаю, как это лучше сделать. Да приходите просто сюда. Мне кажется, у нас немного общего. Тима, приезжайте к нам в Новый Уренгой. Я покажу
вам зачеркнуто, тебе этот замечательный город. С приветом, Катя из Нового Уренгоя. Нового Нижнего Уренгоя. Вот, и здесь еще это напечатано на бланке, на листочке блокнота с логотипом, который значит следующее. Природа создает, мы бережно сохраняем.